С вами канал Улицы Москвы, и в этом выпуске прогуляемся по улице Саляма Адиля, что проходит от проспекта маршала Жукова до Карамышевской набережной. Это часть района Хорошово-Мневники. Здесь довольно-таки считается очень престижным место, несмотря на удаленность от станции метрополитена, допустим. Много элитного жилья строится. Вот в той стороне, например, расположен Велтон Парк. Здесь еще вот какое-то причудливое здание с очень интересным оформлением. Там сзади вот Юнион Парк за проспектом маршала Жукова. В общем, по плотности, так скажем, жилья классом выше среднего, эта территория может дать фору любой другой, наверное. Также здесь остаются и пятиэтажечки еще, не снесенные пока что. Ну, наверняка многие из них ждет программа реновации в скором времени. Интересное оформление вот этой боковой части, как будто кошачьи лапы. Ну и вот территория, в которой, где находятся мусорные контейнеры, оформлена примерно так же вот, как будто здесь наступила лапа большого здорового кошачьего существа. Так, располагается это строение по адресу Саляма Адиля, дом 2. Корпус 1. Здесь также неподалеку располагается 67-я городская больница. Она будет чуть дальше, вот за этой стройкой. И вот отсюда вид на Велтон Парк также. Я думаю, вот эта территория одна из наиболее сильно изменившихся за времена уже постсоветской, так скажем, России. Но здесь еще многое должно измениться, потому что тот же вот пятиэтажный фонд, который подлежит реновации. Кстати, вот слева за улицей народного ополчения также видны строящиеся типовые дома как раз под это дело, под переселение с пятиэтажек. Вот больница номер 67, и уже за ней будет Карамышевская набережная.